В центральной библиотеке прошла акция «Дар души бескорыстный». В ней приняли участие ребята из школы номер 6 и представители детского общественного объединения «Волонтерский отряд «Горящие сердца». Они пополнили книжный фонд библиотеки новыми экземплярами. Встреча получилась интересной и познавательной. Для школьников провели виртуальную экскурсию по знаменитым библиотекам страны и мира. Также рассказали об истории праздника и книгах, которые в разные времена всегда были и остаются верными спутниками человека. История человечества связана с книгами и библиотеками. Но, ребята, это совсем неспокойная история. За книги сражались, книги сжигали, книги теряли, откапывали в руинах занесенных городов, древних городов. Спасали их от вражеских нашествий. В библиотеках города постоянно проходит акция «Хорошие книги в добрые руки», благодаря которой анапские книжные дома постоянно пополняются новыми экземплярами. Библиотекари говорят, что сделать доброе дело и заодно поддержать чтение может каждый. Достаточно принести книгу в ближайшую библиотеку и знать, что она попадет в надежные руки книголюба.